До 35 минуты, пока у нас не было удаления, игра была полностью под нашим контролем. Мы ее контролировали, мы создавали моменты, да, у Чайки тоже был один 100% момент. Вот. Но, к сожалению, эти удаления сломали нам игру. Но еще раз пацанам благодарен, то, что они семером на поле против десятерых добыли это очко. Команда осталась, да, на втором месте. 3 очка до Чайки. Ну, дотянулись.